«Андрей, ты меня не вспомнил?» – спросил он. «Вспомнить?» «To remember». «Спросить?» «To ask». «Спросил». «Asked». «Андрей, ты меня не вспомнил?» – спросил он. «Andrey, didn't you remember me?» – he asked. Андрей остановился и посмотрел на него. Остановиться. «To stop». Посмотреть. «To look». Посмотрел. «Looked». Он узнал его. Это был его друг Саша из старшей школы. Узнал. «Recognized». Друг. «Friend». Из. «From». Старая школа. «High school». Андрей остановился и посмотрел на него. Он узнал его. Это был его друг Саша из старшей школы. Andrey stopped and looked at him. He recognized him. It was his friend Sasha from high school. Они обнялись. Обняться. To hug. Обнялись. Hugged. «Давай пойдем ко мне домой», — сказал Саша. «Давай пообедаем. Моя мама отлично готовит. Давай». «Let's». «Пойти». «To go». «Ко мне домой». «To my house». «Пообедать». «Have lunch». «Отлично». «Perfect». «Готовить». «To cook». «Давай, пойдем ко мне домой», — сказал Саша. «Давай пообедаем. Моя мама отлично готовит». «Let's go to my house», — said Sasha. «Let's have lunch. My mom cooks very well». Андрей был счастлив увидеть своего старого друга и принял его предложение. Счастлив. Happy. Старый. Old. Принять. To accept. Андрей был счастлив увидеть своего старого друга и принял его предложение. Andrey was happy to see his old friend, and he accepted his offer. Они шли пару минут. They walked for a couple of minutes. И разговаривали о старых днях. Разговаривать. To talk. День. Day. Они шли пару минут и разговаривали о старых днях. They walked for a couple of minutes and talked about the old days. Они пришли в дом. Это был большой дом. Прийти. Arrive. Большой. Big. Андрей был потрясен. Дом был очень роскошным. Все было дорогим и качественным. Потрясенный. Shocked. Роскошный. Luxurious. Дорогой. Expensive. Качественный. Qualitative. Андрей был потрясен. Дом был очень роскошным. Все было дорогим и качественным. Andrey was shocked.
the home was very luxurious. Everything was expensive and good quality. Я голоден, сказал Саша и вошел в дом. Голодный. Hungry. Входить. To enter. Привет, сказала Наталья с улыбкой. Сестра Саши. Сестра. Sister. Улыбка. Smile. С улыбкой. With a smile. Я голоден, сказал Саша и вошел в дом. Привет, сказала Наталья с улыбкой, сестра Саши. Она была высокой и худой. У нее были длинные светлые волосы и голубые глаза. Высокий. Tall. Худой. Thin. Длинный. Long. Светлый. Blonde. Голубой. Blue. Глаз. Eye. Глаза. Eyes. Она была высокой и худой. У нее были длинные светлые волосы и голубые глаза. Андрею понравились ее глаза. She was a tall and thin girl. She had long blonde hair and blue eyes. Andrew liked her eyes. Наталья, Саша и Андрей сидели в гостиной. Сидеть. To sit. Гостиная. Living room. И Саша рассказывал, как Андрей спас его от побоев пьяного мужчины. Рассказывать. To tell. Спасти. To rescue. Как? How? Пьяный. Drunk. Наталья, Саша и Андрей сидели в гостиной. И Саша рассказывал, как Андрей спас его от побоев пьяного мужчины. Наталья, Саша и Андрей sat in the living room, and Саша was telling how Андрей rescued him from getting beaten down by a drunk man. Он не мог остановиться. И, конечно же, преувеличил некоторые моменты драки. Мочь. Can, could. Останавливаться. Stop. Преувеличивать. Exaggerate. Драка. Fight. Он не мог остановиться. И, конечно же, преувеличил некоторые моменты драки. He couldn't stop himself and, of course, he exaggerated some parts of the fight. Наталья слушала с большим интересом. Слушать. To listen. Большой. Big. Интерес. Interest. С большим интересом. With a big interest. Наталья слушала с большим интересом. Наталья was listening with a big interest. Обед готов, сказала мама Саше. Обед. Lunch. Готовый. Ready. Они сели за стол. Но возникла проблема. Сесть. To sit. Стол. Table. Возникнуть. Rise. Проблема. Problem. Обед готов, сказала мама Саше. Они сели за стол,
но возникла проблема. «Lunch is ready», — said Sasha's mother. They sat at the table, but a problem arose. If you want part 3, let us know in the comments.